Всем привет, с вами Анатолий Тимофеев, и сегодня я расскажу вам, как резервировать товар на Springboard. Компания Infinii предоставила нам уникальную возможность, ничего практически не делая, зарезервировать товар по очень низкой цене и получить чистую прибыль после продажи этого товара. Значит, заходим в бэк-офис Infinii, Springboard и Third Party Products. И видим здесь вот эти продукты, их тут несколько тысяч наименований. Любой из этих продуктов мы можем зарезервировать для дальнейшей продажи на автомате компании Infinii. Если у вас куплена лицензия за $50 в месяц, то есть это Prime аккаунт, у вас есть возможность зарезервировать 15 наименований продуктов по 15 единиц. Итого 225 продуктов. Ну, давайте выберем какой-нибудь товар, вот Boonmakers. Копируем название, идем на Amazon. И вот видим 2484 результата в поиске. Идем на Google Trends. Здесь тоже вводим это название и ставим поиск по Соединенным Штатам. И смотрите, какая здесь динамика популярности этого товара. То есть динамики практически нет. Этот товар, ну, я бы сказал, не популярен. Поэтому давайте найдем какой-нибудь еще товар, поищем. Вот, например, салат Тонкс. Это такие палочки для накладывания салата. Копируем название, идем на Amazon и смотрим. 3188 результатов в поиске. Это хороший результат, потому что компания Infinii рекомендует нам выбирать товар, на который есть несколько тысяч результатов на Amazon. То есть, если это меньше тысячи, то это не очень ходовой товар. Если это несколько миллионов, допустим, или несколько сот тысяч даже результатов, то по этому товару будет очень большая конкуренция. Теперь давайте зайдем на Google Trends и посмотрим, насколько популярен этот товар в Соединенных Штатах. Так, ставим Соединенные Штаты. И смотрите, товар достаточно популярен и сейчас находится вообще на пике своей популярности. Поэтому есть смысл купить этот товар. Давайте посмотрим на Google Shopping. Смотрите, какие цены. От 9, тут есть за $40, даже эти палочки продаются. Разброс цен очень большой. Также на Амазоне то же самое. Ну, отсюда я делаю вывод, что этот товар мне подходит, и я буду его резервировать. Причем, заметьте, нет таких цен по 1, по $2. Все цены 9, 10, 15 и выше долларов. Поэтому можно резервировать товар. 15 штук нам доступно для резервации на Prime аккаунте. Но вы можете поставить один товар, или 5, или 10. Вот я выбрал 15. И ставим галочку, чтобы компания Infinii, значит, продала этот товар для меня без использования моего Amazon аккаунта. Так, здесь нужно поставить цену на товар. Ну вот смотрите, 19, 10, 29. Давайте поставим 12,99.
допустим, но не меньше 8,6 доллара, как вот указано минимум retail price. Смотрите, мы купили сейчас 15 единиц товара за 90 центов за единицу товара, 55 плюс 35, а поставили на него цену практически 13 долларов. И вот сейчас сами можете посчитать, если все это будет продано, сколько вы заработаете только на одном вот этом товаре. Хотя тут надо учитывать, что Amazon тоже берет свою комиссию за продажу. Но в любом случае с 13 долларов, я думаю, 10 долларов с товара будут чистой прибыли. Ну давайте посмотрим еще один товар. Только теперь, значит, поставим стоимость товара от 9 долларов и выше. Смотрим, большинство товара уже зарезервировано, но где-то я здесь видел, вот, электрическая плитка, ее стоимость 9 долларов 69 центов. Копируем название, идем на Amazon и смотрим, значит, 5719 результатов, стоимость от 15 долларов, но здесь 15 с доставкой плюс 11, итого 26, да, то есть грубо от 26 долларов и выше. Идем в Google Trends, так, это ставим здесь Соединенные Штаты. Вот. Нормальный тренд. То есть товар продается и от сезонности, в принципе, не зависит. То, что он в январе пошел в ноль, это просто из-за того, что недостаточно данных пока что для построения графика. Выбираем этот товар. Можно его покупать. Нажимаем купить продукт, количество единиц 1, ставим галочку продать этот товар для за меня. Вот, и смотрите, минимальная стоимость 6,89. Нужно посмотреть, какую можно поставить стоимость на этот товар. Но в основном вот здесь 35, здесь получается 26, 27, даже если вместе с доставкой 59, здесь 16, 12, 28. Ну, понятно, что плитки разные, разной мощности. Где-то вот там было 1000 ватт, где-то 1800 ватт. А у нас плитка на 750 ватт. Ну, с учетом того, что мы за нее заплатим 10 долларов, вместе с комиссией, которую берет Infinii, да, я думаю, что можно поставить цену, ну, скажем, 24 доллара, чтобы еще хотя бы 10 долларов на этой плитке заработать. Все, нажимаем Submit, и товар успешно зарезервирован. Вот таким образом это все происходит. Всем спасибо и удачи!